Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В этом выпуске основное за неделю. На должников по налогам будут чаще заводить уголовные дела. Это должно способствовать более быстрому возмещению ущерба. Об этом в интервью «Бизнес-новостям» в Кирове заявил руководитель Кировского следственного управления Айрат Ахметшин. По его словам, если сумма долга попадает под статью уклонения от уплаты налогов, следователи теперь сразу заводят уголовное дело. В такой ситуации правонарушитель охотнее и быстрее возмещает причиненный ущерб, отмечает главный кировский следователь. Если в его действиях есть состав преступления, он будет наказан, но если полностью возместит ущерб, следственные органы будут обязаны прекратить уголовное дело. Программа «Экономика». За месяц «Стройдепо» закрыл магазины в Кирове, Смоленске и Ижевске. Как отмечает навигатор, ликвидация проходит по одному сценарию – с большими скидками, полупустыми прилавками, слухами о сокращении кадров. Проблемы сети в Кирове предрекали еще 2 года назад, когда стало известно о заходе в регион Леруа Мерлен. Эксперты не исключают, что именно из-за конкуренции сеть «Стройдепо» вынуждена была закрыть магазин в Кирове. Навигатор добавляет, что в 2015 году сеть гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой» хотела открыть свой центр в Кирове в ускоренном режиме, чтобы опередить Леруа. Однако планы были пересмотрены, и «Мегастрой» вообще отказался от выхода на рынок Кирова. Экономика на 101 FM. Завод 1 мая рассчитался с бюджетом. Арбитражный суд признал погашенными требования налоговой к предприятию. Оно должно было почти 60 миллионов рублей налогов. Деньги в казну перечислил конкурсный кредитор АЭС «Пром». Об этом сообщает Кировское управление налоговой службы. Там уточняют, что арбитражный суд произвел замену кредитора в реестре требований с ФНС на АЭС «Пром». Ранее часть долгов машиностроительного завода выкупил завод «Сельмаш». Он заплатил почти 200 миллионов рублей Сбербанку. На заводе с января прошлого года введена процедура внешнего управления. Общий долг тогда превышал 600 миллионов рублей. Сейчас у предприятия контракт с РЖД на 2 года. Планируется сотрудничество со странами СНГ, Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном. Экономика. К другим новостям. Продукцию «Молота» представили на международной выставке. Она прошла в Москве. В выставке «Arms and Hunting» традиционно участвуют российские и зарубежные производители, дилеры и дистрибьюторы оружия, снаряжения, аксессуаров для охоты. Кировский производитель нарезного и гладкоствольного оружия «Молот Армс» продемонстрировал карабин «Винторез», гражданский вариант снайперской винтовки для подразделений специального назначения ВСС. «Молот оружия» представил 16 новых моделей оружия, которые еще только готовятся к запуску в продажу. Пенсионный фонд предложил ИП «Явку с повинной». Около 3000 кировских индивидуальных предпринимателей, которые не сдавали декларации в последние 3 года, могут столкнуться с необходимостью платить страховые взносы, рассчитанные исходя из 8-кратного МРОТ. Налоговая сейчас предлагает таким предприятиям своего рода амнистию. Они уменьшат в 8 раз сумму долга, если до конца года отчитаются за прошлые годы. Иначе налоговая направит документы на взыскание долгов в их нынешнем размере. Кировская область получила деньги на развитие театров. Их выделило федеральное правительство на творческую деятельность, а также оснащение детских и кукольных театров. Кировской области выделена субсидия в 3,5 миллиона. Всего по стране распределено 220 миллионов рублей. Такая господдержка регионам предоставляется впервые. Как будут израсходованы деньги в Кировской области, не уточняется. Экономика на 101 FM. Напоследок коротко несколько цифр. 10 миллиардов рублей дотаций получит в следующем году Кировская область. 14 миллионов рублей составил долг Кировской региональной ипотечной корпорации за первое полугодие. 13 миллионов пытается взыскать КРИК с хоккейного клуба «Родина». Из-за этого долга клуб объявлен банкротом. И о валютах. Доллар сегодня 57,57, курс евро 67,93. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.